I'm not afraid.
смысле, не цветы на росписи? Ну, нет. Телефона не очень нет. Гураве Гаура Чандрае Радикае Садале Кришнае Кришнамитае Кальпитае Намо Нама Ванча Кальпитарвата Крипасиндумайвача Атитанан Павнимхо Вайшнавешва Намо Махабаданнае Кришнаме Махарае Так, мы с Гурдев говорит, что мы слушаем Дамдараштаку. Вчера мы слышали, как Сатьявратамуни. Он как бы подымает. Не слышно?
105-е. Не слышно? Шипит, но сейчас уже не шипит. Так, Севрата Муни, он как бы повышает. Господь спрашивает, что бы ты хотел? И он говорит, мне не нужны ни безличные освобождения, ни... Вот, что-то сегодня техника не работает. И говорит, мне не надо Навада Бхакти также, то есть 9 анг Бхакти. Навада Бхакти — это самая высшая как бы Бхакти. Потому что Пархалай Махарадж говорит, что из всех знаний, как бы из всех видов знаний, Навада Бхакти — это самое лучшее. То есть он рекомендует человеку принять прибежище у лотосных гуру, найти истинного гуру и практиковать 9 лучших анг преданного служения. Киртнам, Шраванам, Смаранам, Падасеванам, Арчанам, Ваданам, Дасим, Сакхиматам, Неведанам. Эти 9 анг бхакти, если кто-то следует хотя бы одну ангу с сильной верой, то он может обрести как бы Господа. Но Севрата Муни говорит, что мне даже это не нужно. Главным является общение. То общение, которое мы имеем, то мы тот же результат обладаем. Если мы 9 анг бхакти следуем в обществе с преданными Нараяна, то мы обретаем как бы отношения с Нараяной. Если мы Навада Бхакти совершаем с теми, кто поклоняется Дваракатишу, то мы обретаем настроение вот это вот. Соответственно, с Мадхуреш Кришны, то мы обретаем чувство к Мадхуреше Кришне. Но если мы совершаем Навада Бхакти в обществе Враджа Бхакт, то мы обретаем Враджа Бхакти, Враджа Прему в итоге. Итак, Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, если вы хотите погрузиться в нектар, то вы должны слышать Бхагавад. Если вы всегда будете общаться с преданным Махапрабху, то вы обретете самую высшую награду. И Махапрабху говорит, что мы следует, как бы, да, в линии Махапрабху мы обретаем, как бы, служим Господу в двух сварупах, можем служить. В одной сварупе мы служим в линии в лилах Махапрабху, в другой сварупе в лилах Радхи Кришны. Так же, как, например, Рупа Госвами, он в лиле Махапрабху, он служит как Рупа Госвами. Лили Махапрабху как Рупа Госвами, а в лиле Радхи Кришны как Рупа Манджари. Снотна Госвами в Махапрабху лиле и Лаванга Манджари в Радхи Кришны лиле. Сварупа Дамодара Лили Махапрабху и Лалита Сакхи в лиле Радхи Кришны. Рай Рамананда — это Вишакха в лилах Радхи Кришны, а, соответственно, Рай Рамананд в лилах Махапрабху. Поэтому это зависит от того, с кем мы совершаем анги бхакти, мы получаем разный результат. Поэтому с кем нам нужно общаться? Нам нужно общаться с преданным Махапрабху. Если мы всегда находимся в обществе Махапрабху, то только тогда мы обретем этот как бы плод Враджа Бхакти. Гурдев говорит в этом комментарии, кто наши учителя? Рупа Госвами, Рагунадас Госвами.
они передают нам все эти наставления в Упанишадах. Прабхупада сами говорит, с чем суть всех наставлений? Татнама Рупа Чаритади Сукиртанана Смертёха Расанакаранами Манасини Йоги Тиштан Раджет Атнанураги Джананугами Майет и Халам Эти Упадеши Сарам. Он говорит, что также наш Шилок Наранг Свами Махарадж, он комментирует, он говорит, что когда очень мало у него было мало времени, и ему нужно было передать суть всех наставлений наших Гаудия Вайшнавов, он относил именно эту шлоку, восьмую шлоку Упадешамриты, и он говорил Упадешасарам, да, она сама, Рупа Госвами сам подытоживает в этой шлоке, что в этой шлоке есть суть всех наставлений. Итак, что же это значит? Здесь есть слово Сукиртанану, которое значит под руководством Ану, да, Сукиртанану. Ану под руководством Гуру Вайшнава. Если мы, то есть нам не нужно пытаться совершать баджан независимо. В этой шлоке три раза используется слово «ану» под руководством, значит. Почему? Это чтобы усилить значение этого слова, важность этого, того, что человек должен быть под руководством. Харинама, харинама, харинам, эва кело, калонаста, 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 гати, анитаха. Три раза повторяется, что только харинама является югадхармой. Иначе нет другого выхода, нет другого выхода, нет другого выхода. Так иначе, три раза повторяется для того, чтобы усилить утверждение. И здесь также в этой шлоке в Татнама Рупа Чаритади три раза используется слово «ану». Это значит «анугати». То есть под руководством нужно совершать свой баджан. Это не то, что мы выучили что-то у гуру вайшнавов, по милости вайшнавов, и теперь думаем, что нет, не нужен ни гуру, ни вайшнав. Я Сватантра Найка, я независимый теперь, независимый герой или героиня, и не нужен никто. Даже на стадии освобождения, на Мукта Аваста, все следуют вайшнавам. Кришнадас Кавираджа Госвами, когда он написал Чайтанья Чаритамриту, он сказал, что я памятую гуру вайшнавах, если вы посмотрите на пример наших гуру варги, они уже являются саки манджари, они приходят в этот мир уже с нити ситхами, но они всегда все равно находятся под руководством. Читаем Чаритамрити. Читаем Чаритамрити. Кришнадас Кавираджа Госвами в каждой главе кланяется Рупе Госвами, Рагунатхадасу Госвами. Всегда он себя ощущает под руководством и всегда молится о том, чтобы они пролили на него милость. Итак, повсюду мы видим, что наши ачарьи стремятся быть под руководством. Никто не говорит, что я хочу быть независимым. Этот. Этот матх проявился по милости Шрилы Прабхупады Госвами Махараджа. Но кто этот храм построил? Этот храм построил, Рупа Санатана построил Шрилы Прабхупады Госвами Махараджа. Но все же он говорит, что он появился по милости Шрилы Прабхупады Госвами Махараджа. В мире вайшнав. В этом мире, на самом деле, все так или иначе под руководством. Бхакти также. И знания передаются тоже в парампаре. Если кто-то думает, что я знаю санскрит, да я вот изначально оригинал почитаю санскритский и все шастры. Мне не нужно никакое руководство. Нет, так не получается. Поэтому говорится, что изучая Бхагаватам, кто-то может получить освобождение, а кто-то может нет, кто-то может навредить себе. Но Гурудев Матхури после Джанмаштами он позвал очень много пандитов и перед ними произнес последнюю шлоку Бхагаватам. И
Экам Прайоджанам, какова цель? Гьяни, когда прочли эту шлоку, в чем суть Бхагаватам, они сказали. Кивалам Экам Прайоджанам, кивали, значит мукти. Гьяни, майавади, когда они... Они сказали, что заключение Бхагаватам ведет, говорит, что цель мукти. Но вы же знаете, Чуттакур, когда он переводил эту шлоку, Кавали Мэкхи, он говорит, что мы, у нас как бы только одно, нам нужно Раджа Бхакти. И также внутри Раджа Бхакти нам нужно только Гопи Бхава. И также нам из Раджа Бхакти нужно следовать именно Рада, как бы, фокус на настроении Шримати Радхарани, более того, настроение Маджари, то есть Радха Пали Адаси. Когда демоны пахтали молочный океан, и полубоги демоны пахтали молочный океан, то появилась Махини. И появился нектар, и появилась Махини, которая сказала, которая должна была разделить нектар между полубогами и демонами. И она сказала, хорошо, становитесь в две линии. Махини, она... Махини, она что делала? Она поила полубогов нектаром, а на демонов только смотрели. Как бы очаровывала своим взглядом. И демоны думали, о, они попали под ее как бы влияние. И по факту раздала нектар полубогам, а просто взгляды бросала на демонов. И те как бы никак не препятствовали. Они не понимали, что происходит. Что нектар им не достанется. И также... Почему так произошло? Потому что полубоги, они были преданными, а демоны — нет. Также и Шримад Бхагаватам. Те, кто предан, Бхагаватам дает бхакти, а те, кто не предан, тем бхакти дает только просто взгляд, дает мукти, освобождение. Поэтому в этой шлоке суть всех наставлений Таднамур Пачитати, ану, слово анугати, использует 3 раза. Нужно быть под руководством, нельзя быть независимым. Если мы будем независимы, то мы обретем только яд, мы не обретем нектара. Напишите, пожалуйста, нормально слышно, нет? 4, потом 3, 2, 1. Есть 2 вида им. Мукьянам и Гаунанам. То есть главное второстепенное имя. Параматма, например, это второстепенные имена. А какие имена главные? Кришна, Говинда, Дамодар. И среди этих главных имен, какие самые высшие? Среди главных имен Парвати, она спросила вопрос Шанкара, чье имя мне повторять? И Шанкара ответил, Араданам Савершам, Вишнор Араданам Парам. Среди всех видов поклонения, поклонение Вишну самое высшее. Она говорит, значит, мне нужно повторять Вишну Сахастранам. 1000 имен Вишну каждый день. Чтобы повторить 1000 имен Вишну, это занимает время. Если вы посмотрите вот это 1000 имен Вишну, то среди этих 1000 имен там все второстепенные, среди всех второстепенных имен. Так она пару дней повторяла, тогда Шанкара позвал Парвати и говорит ей снова. Говорит, я скажу тебе еще одно более высшее имя. Рама Рамети.
Sri Rama Nama Barani, Keshundari Parvati, Ketyo Vishnu Sahasra Nama Ko, Grahan Karna Par Jo Phal Kumbh Kanti Hoegi, Agar Ek Baar Koi, Ek Baar Sri Тот результат, когда вы обретаете, повторяя тысячи имен Вишну, такой же результат человек обретет, если он повторит имя Рама. Один раз, ну и Парвати начинает повторять имена Рамы. И через несколько дней Шанкар снова позвал Парвати и говорит, я тебе скажу еще один секрет, еще одно высшее имя раскрою. Это имя... Если кто повторит три раза имя Рама или 3000 раз имя Рама, 3000 раз имя Вишну или три раза имя Рама, когда Парвати сказал, да, хорошо, я буду повторять имя Кришны. Эти чамши калампуса Кришна ту бхагаван стоям. Почему? Потому что Кришна это Пурна Брахма. И она начала повторять имена Кришны. И тогда Шанкар сказал Парвати, есть еще одно имя, которое даже выше, чем имя, чем выше, чем имя Кришна. А Парвати говорит, ну как, Кришна же Пурва Брахман. Ахо Бхагьям, Нанда Гопа Упасакам. Кришна Верховный, Господь, Бхагаван, Парабрахман. Что, какое имя, кто выше него? Имя кого является выше имени Кришны? И тогда Шанкара говорит. Кришна говорит, о, Луналик. А Кришна говорит, если кто-то повторяет мое имя 100 раз, а имя Радхарани один раз, то он обретает одинаковый результат. Это Парвати сказала. Поэтому мне нужно говорить рады-рады целый день. Поэтому в Вриндаване все говорят рады-рады. Тогда Шанкар рассказал, есть еще один секрет в этом. Что может быть еще глубже? Повторяя имена Радха, она не приходит. Мы поем Рада-Рада Чанчала Бихари. То есть, если мы повторяем имя Радхи, то Кришна радуется. А если мы повторяем имена Кришна, Радхарани радуется. Поэтому, если мы хотим послужить Радхарани, мы должны повторять имена Кришны. Поэтому Парвати говорит, ты меня запутал совсем. Что же мне говорить, Рады-Рады или Кришна-Кришна? Тогда Шанкар говорит, нужно повторять Югала имя, то есть Хари Кришна Махамантру. Харе Рама. Харе Рама, Харе Рама, Рама. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Рама. Тебе нужно повторять имя Югала. Это выглядит как кичери, как смесь. Там есть также имя Рама. Так в чем же секрет? Хари здесь значит хара. Когда мы, то есть в звательном падеже, если мы используем хара, это рады, а харе это в звательном падеже рады. А раман значит рада рамаити ити рам, то есть это имя Радхарамана. Имя тот, кто радует, да, наслаждается лилой Шримати Радхарани, это Радхарама. Поэтому рама указывает именно на Кришну. Гопал Бхатта Госвами, Бхактивинода Такур, Джива Госвами, Гурдев собрал их комментарии и создал книжку «Харинама Махамантра», где он очень красиво объясняет
Что же значит махамантра? Некоторые люди говорят, что махамантру надо начинать с Харирам, а потом Хари Кришна. Потому что Рамачандра пришел раньше, чем Кришна. Он пришел в Трета-югу, Кришна в Двапара-югу. Поэтому некоторые говорят Харирам, Харирам, потом Хари Кришна. Но Махапрабху говорит, нет, нужно начинать именно с Хари Кришны. Или Сахаджи повторяют, не дай гор с Радышьям. Они... Кто-то говорит, вот эти мантры нужно повторять, кто-то говорит, нужно только про себя повторять. Нельзя махамантру вслух повторять, Сахаджи и Бабаджи. Очень много различных ложных философий. Если вы отправитесь проповедовать, вы услышите все кучу всяких этих философий ошибочных. Поэтому Шрила Бхактивинода Нараяна Гусай Махарадж, он написал эту Харинама Махамантру и разбил все эти как бы ложные аргументы. Поэтому мы должны обязательно прочесть эту грандху. Во время Прабхупады также была одна книга, одна грандха. В этой книге Сахаджи говорят, что нельзя повторять вслух Хари Кришна Махамантру только в уме. И они все там доказывают, все там, куча аргументов. А Махапрабху что говорит по этому поводу, читая Чаритамрита? Он говорит, Махапрабху спросил Харидаса Такура, почему ты повторяешь громко святое имя? Надо же про себя повторять. А, кто-то, не Махапрабху, а кто-то спросил у Харидаса Такура, почему ты вслух повторяешь, надо про себя. А Харидаса Такура говорит, ты скажи, кто выше, кто для себя деньги зарабатывает, или тот, кто зарабатывает деньги, поддерживает семью еще. Тот говорит, ну, конечно, тот, кто семью поддерживает. Вот, и Харидаса Такура отвечает, поэтому тот, кто повторяет вслух, он благо приносит не только себе, но и деревьям, животным, всем, кто слушает это имя. И тогда он процитировал шлоку из Пураны. Тот, кто повторяет только в уме, и тот, кто повторяет про себя, кто-то повторяет вслух, в 100 раз больше результат обретает, чем кто-то повторяет про себя. И Лакшана Хира, она проститутка, которая пришла, чтобы соблазнить Харидаса Такура. И тогда Харидаса Такур сказал, я не могу, ты подожди меня, я вот закончу свой обед, повторение с 3 лаков святых имен, тогда я тебе смогу как-то помочь. И когда он повторял святое имя, она слушала. Он говорит, ты слушай. Если бы он в уме повторял, то как бы она слушала. Поэтому вот он сидел, повторял вслух. 3 лаку он вслух повторял. Поэтому Харидаса Такура зовут Нама Ачарья, идеал. Если кто-то делает упор на повторение святого имени, то вот для него идеал это Харидаса Такура. Бабаджи говорят, наш гуру получил мантру в уме. Поэтому как бы разные люди говорят, вот мой гуру получил эту мантру во сне, а мой гуру эту мантру во сне. Давайте повторять все эти мантры. Нет. Что же говорится в шастрах? В шастрах говорится, что нужно повторять Хари Кришна Махамантру. Только Махамантра дарует освобождение. Все веды говорят, что вот эти 16 имен Махамантры, 32 слога, только эта мантра является авторитетной. Поэтому Сен Такур говорит, Махапрабху,
Махапрабху повторяет, Махапрабху говорит имя, повторять мантру, которая в шастре. Поэтому нужно именно ее повторять. А потом много еще всяких мантр появилось. Поэтому нужно повторять эту Хари Кришна Махамантру. Поэтому Гурудев говорит, цитируя эту шлоку, суть всех наставлений, говорит, «Тадама Рупа Чаритаджи Сукиртанан». Он говорит, повторять нужно Махамантру, потому что в этой Махамантре содержится еще дополнительное настроение. Настроение встречи разлуки. Я, когда говорю, все должны почитать эту книжку Харинама Хамантру Шрилы Нараяна Госвами Махараджа. Потому что в Кали-Югу, чтобы обрести Бхагавана, единственный выход — это Бхагават-Нама. И это значит, то есть имя Бхагавана. Это значит только Махамата, Хари Кришна Махамантра. Поэтому нужно знать про нее по максимуму. И нужно также знать аргументы, опровергать ложную философию и провозглашать, что Хари Кришна Махамантра — это высшая мантра. Поэтому среди всех видов садханы самая высшая садхана — это повторение святого имени, имени Бхагавана, Хари Кришна Махамантры. Поэтому Махапрабху говорит, повторяйте всем. Рама, Рама, Хари, Хари. Махапрабху говорит, имя, которое я дал, я должен повторять с твердой верой, с твердой решимостью. Повторяя это имя, ты обретешь все совершенства. Какое самое высшее совершенство? Бхагават према. Лотосные стопы Господа. Их можно достичь только любви к Господу, любви к Шри Кришне можно обрести, только повторяя его имена. А именно Махамантру. И здесь нет никаких правил предписаний. Ты можешь повторять в любом состоянии, любое время, в любом месте. Поэтому каждый все время непрерывно нужно повторять. Непрерывно нужно повторять свое имя. Потому что это наставление дается читанием Махапрабху. Санатана Госвами говорит, Брихат Бхагаватамрите, он прославляет все. Он говорит «Джайте, джайте, нама ананта». Он два раза говорит «Джайте, джайте». Он прославляет имя дважды «Джая, джая». Он говорит, в Кали-Югу не надо чем больше другим заниматься. Не нужно чем другим заниматься. 664 видов анг-бхакти. Из них самое главное 9 анг-бхакти. Среди них являются 3 главными. Шраванам, киртанам, смаранам. Вишна Чакратакур говорит, шраванам, киртанам, смаранам. Так показывают на трех пальцах. Он говорит, самый большой палец, киртан, посередине находится. Почему? Потому что он поддерживает и шраваном, и смараном, и слушанием, и памятами. Потому что когда мы повторяем, мы слушаем в тот же момент, и также мы памятаем о Господу, о Господе. Поэтому Махамантра является самой высшей садханой. Повторение святого имени. Вишна Чакратакур говорит, что киртан — высшая анга. Почему? Так же, как мы слушаем катху, наш ум улетает куда-то. Просто если сосредоточиться на Господе, это очень сложно. Кто-то говорит, как вы можете сказать, что киртан — это высшая анга?
Они говорят, как, вот как вы говорите, быть, памятовать гораздо сложнее, значит, ну, наверное, больше результат. А что просто киртан, повторяй, повторяй. Но как только человек попытается просто памятовать о лилах, о рупе, о форме Кришне, все анардхи проявятся. Лайка, шая, пратипати, икшепа. Человек заснет, повторяя, стараясь сконцентрироваться, или будет отвлекаться и так далее. Поэтому смарана в чистом виде памятование это сложно. Поэтому не все высшее, что трудно, дается. Поэтому нужно повторять святое имя громко. Если кто-то засыпает, то засыпает, он же просто начинает громче повторять. Тогда человек просыпается, поэтому Харе Кришна! Что происходит, когда мы совершаем киртан? Если принимает прибежище Харинамы, оставляя все медитации, просто принимает прибежище Харинамы, Нама, Рупа, Гуна, Лила, Парикары, все находится внутри Харинамы. Когда мы начинаем повторять имя, то естественным образом Нама, Рупа, Гуна, Лила, Парикары, все проявляется в нашем сознании, в нашем сердце. Поэтому Санатана Госвами потом говорит, что у нас нужно повторять Харинаму. У нас есть пять чувств, пять органов чувств. Глаза, нос, язык, уши и кожа. И пятью этими органами чувств надо же повторять святое имя. Как? Например, глаза. Если мы начнем смотреть на мантру Горакшнатха, Господь Махарадж говорит, если ваш ум не сфокусирован, когда вы повторяете святое имя, то нужно написать на стене Харе Кришна Махамантру, и когда повторяете, прочитывать ее параллельно. Поэтому старайтесь смотреть на надпись, когда повторяете. Нама Чинтама не Кришна. Нама своим расавиграха. Это камень Чинтама, не полно нектара. Это сам Кришна. И имя даже больше, чем сам Кришна. И тем, как уши использовать, то мы слушаем ушами. Это очищает наши уши. Сначала, смотря на надписи Махамантры, наши глаза очищаются, благоприятные, благо обретают. Слушая Махамантру, наши уши очищаются. Почему Брахма, он дал, преданный он молится, почему Господь Брахма дал мне всего два уха, не миллионы, миллиарды ушей? Итак, затем кожа. Многие люди, они пишут Харе Кришна Махамантру на теле. На груди, например, Рады Рады, Ринтайгор. В Джайвадарме, когда Саньяси Такур, он повторял Харинаму, он увидел Дхамму Махапрабху, трансцендентный Дхамму Махапрабху. И он увидел преданных, у которых святые имена были написаны на телах. Санталовой пастой, видимо. В общем, затем язык, когда мы повторяем, то как бы также приносит благо языку.
То есть язык, двигаясь, всегда благо приносит, обретает. Как же носом повторять Святое Имя? Как нос обретет благо от повторения Святого Имени? Нама может принести благо четырем грубым чувствам, как насчет носа? Что Нараян Госвами Махарадж говорит? Если чистый вайшнав, даже если он не рассказывает харикатху, если он просто находится рядом с ним, его тело излучает трансцендентную энергию. Если вы просто находитесь рядом, то эта энергия, она входит в ваше тело. Также здесь, когда мы повторяем Святое Имя, Гурдев говорит второй пример. Он говорит, что если вы берете камень и бросаете его в воду посреди озера, то эти волны достигают всех берегов. Также и мы, когда мы повторяем Святое Имя, Мадурам, этот Мангалам. Святое Имя, оно сладче сладкого, благоприятнее благоприятного. То есть эти волны, они как бы доходят до всего. Когда повторяем Махамадру, тогда звук распространяется очень далеко. Вот в моей деревне, например, если какое-то было бедствие, там пожар, например, или что-то другое неблагоприятное, что мы делали? Мы собирались, и с помощью мриданга каратала они всей деревни совершали киртан. И мы также с детьми участвовали. Это было аштапрахар киртан. Аштапрахар киртан — это значит 24-часовой киртан. И как бы люди делились на группы и пели. И таким образом постепенно очищалась атмосфера во всей деревне. Все неблагоприятное уходило. Поэтому, когда мы повторяем Хари Кришна Махамантру, трансцендентные вибрации, они входят в нос, очищают нос также. Рупа Госвами Пад говорит «Таднам Арупа». Да, то есть суть их наставлений. «Таднам» — повторять имя. «Таднам Арупа». Вот вчера Санджай Прабун рассказывал о форме Господа в Бхагаватам. О, батарейка закончилась, надо Шакала попросить трансмиттер. Проси Шакала трансмиттер. Шакала других мион. Есть птица, которая зовут чаток. Она не пьет с земли, она всегда ждет, пока пойдет дождь. И то не всякий дождь, а именно когда определенное созвездие накшатра. Итак, также и я, как птица чатака, Господь Рам говорит, я был сбит с толку, я украл твоих зрятых пастушков. Мое сердце
оно горит, как бы раз, ну, оскорбление. Поэтому он говорит, что я как чатака, когда вижу, ты как грозовое облако темное. Кришна, твоя форма темного цвета, это как грозовое облако. А ты когда приходишь, ты проливаешь, как бы гасишь пожар моей разлуки. Я как птица чатака пью только этот нектар твоей формы. И второе. Господь Барама говорит, я... Ты Авабрава Пуше, ты как бы цвета грозовой тучи, и ты не смотришь на мои оскорбления, ты настолько милостив, как и грозовая туча, она проливает дождь и на как бы нечистые места. Также и ты не обращаешь внимания на мое оскорбление, то, что я сомнился, что ты Верховный Господь, и позволяешь содержать твою форму, говорит Господь Брама. Дальше в этой шлоке, описывающей форму Кришны, говорится, что Кришна, ты носишь золотистую питамбару. И так же, как молния, когда сверкает, подчеркивает красоту грозового облака, так же и твое тело, которое покрыто золотистой питамбарой, оно становится как бы... Ну, как бы питамбара подчеркивает твою красоту твоего тела. Это первая причина. Вторая причина, почему твоя накидка золотистого цвета? Потому что цвет тела Радхарани золотистый. Поэтому это всегда... А какую одежду носит Радхарани? Голубого, Нилавасана. Почему? Потому что цвет тела Кришны голубоватого цвета. Таким образом, они подчеркивают любовь друг к другу. А чоли, чем-то Радхарани, розового цвета. Почему? Потому что цвет розовый — это цвет Анураги, цвет любви. Холи Россия, как бы, когда происходит фестиваль красок, то люди бросаются гулалом. Да, там, то есть... Вот этой вот розовой краской, это значит, что люди бросают, ну, как бы, проявляют любовь, что ли, друг к другу. В этом есть смысл. И также, дальше в этой шлоке, в которой Господь Брама описывает форму Кришны, говорит, что, о, Кришна, твоя форма, прекрасная форма, ты носишь павлинье перо на... в голове. Почему? Почему это павлины? Потому что пикок, он, этот павлин, он брахмачари. Потому что, когда идет дождь, он очень радуется. Также, когда Кришна играет на флейте, когда этот павлин слышит звук флейты, это как раскаты грома. Когда он видит форму Кришны, он видит в нем темное облако и начинает танцевать, и его сердце переполняется счастьем, и он, чтобы подарить Кришне что-то, он вставляет свое перо. Он думает, я должен что-то подарить Кришне. Ну, что я могу подарить? Поэтому он вставляет свое перо. Таким образом, это его подарок его любви, и Кришна принимает его. Дальше в этой шлоке говорится, что сережки в ушах Кришны, они состоят из плодов гунджа. Вы когда-нибудь видели эти плоды? Небольшие, красненькие. И черная точечка на них есть. Вишначиха Такур говорит, Кришна таким образом дает наставление, что эти плоды гунджа можно бесплатно найти в лесу. И Кришна их очень любит. Таким образом, Шначка такой говорит, что чтобы служить Кришне, не нужно каких-то особых ресурсов, денег, еще чего-то. Просто что-то простое, легко доступное. Палам, пушпам, тхаям. Ты можешь предложить... Палам, пушпам, палам, тхаям. Ты можешь предложить мне плод, листок, воду, и я с фрукт, и я с удовольствием... Если предложишь с любовью, то я приму это.
Махапрабху дает Рупанахита Сагасвами, Кириаджишилу и Гуджамалу. Он говорит, Кириаджишила — это Кришна, а Гуджамала — это Радхарани. Поэтому Гуджамала, эти плоды Гунджа, напоминает Кришне Шримати Радхарани. Следующее, о чем говорит Брама Ваньяса Раджи, он говорит, что ты находишься... То есть твое тело украшено различными минералами. Кришна говорит, я на Айодхе, на Вайкунхе, меня украшают различными там драгоценностями. Но какое украшение самое лучшее? Когда мои друзья меня украшают различными минералами, цветами и листочками в банке Бихари, вы можете посмотреть, насколько... что там божество, одежда божеству делает полностью из цветов. Вриндаван Бихари, он еще полностью украшен цветами. Это самое лучшее украшение Господа. Также Парсатарма говорит дальше, Вишанавену, он играет на флейте. И также Кришна в этот момент, он ест йогурт с рисом. Таким образом, Кришна говорит, что мне больше всего нравится. Молоко и рис или йогурт и рис. Вот в моем Арисе, например, они очень любят рис и йогурт. И дальше Господь Брама говорит, Пашупанга Джая. Здесь очень глубокая сиддханта заключена. Пашупа. Тот, кто пасет коров. Пашупанга Джая, это значит тот, кто родился в семье пастухов. Нанда Кришна. Кто он? Он Раджендранандан. Нанда Баба родился в Гокуле. То есть подразумевает, что Господь Брама говорит, что Кришна именно тот, кто родился не в Мадхуре, а тот, кто родился во Врадже, сын царя пастухов. Дальше мы продолжим обсуждение этой шлоки. Но сейчас я хочу как бы подытожить, что суть всех наставлений — это то, что человек в окружении Враджа Расика Вайшнава совершает киртаном и смаранам. И тогда он придет в Раджа Бхакти, иначе нет. А сейчас я приглашаю Рамачандру Прабху выступить. Намо Вишну Падая Радикая Приятмане Шишимад Бхакти Веданта Нараяна Госвами Ити Намане Шри Кришна Лила Татне Садачам Одари Мадури Гуре Шеритам Марамарани Упачамаратам Дхарам Манкшита Адамам Ванчаса Бхакару Вешчани Парасану Вайи Вича Падита Нама Павне Вио Вешчани Намо Нама Шри Кришна Четанне Прамане Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Hare Hare. Hare Hare. Прежде всего, я предлагаю свои поклоны моему Гуру Деву, Шри Бхактинарайане Госвами Махараджу. И после... Также после этого я предлагаю себе поклоны Пуджападу Шикхараму Махараджу, Санджаю Прабу. Всем Вайшнавам и Вайшнаве мои смиренные поклоны. Однажды кто-то спросил Гурудева, छोड़ के आपका मन कैसे लग जाता है
вот вы все время нужно находиться в храме Бхагавана, почему вы постоянно путешествуете, как вы поддерживаете как бы связь с Вриндаваном? А Гурдев говорит, я никогда не, где бы я ни находился, я никогда не выезжаю из Вриндавана. Неважно, где я нахожусь, в Америке, в Англии или в другой, в другом как бы месте, всегда стоишь в Врадже. Говорите, что в этой шлоке нам группа читателей говорится, что Тиштан Врадже, нужно находиться в Врадже. Как? И что это значит приехать из Америки, из Дели и жить во Врадже? Вот нам, чтобы баджан совершать, да, нужно быть во Врадже. Потому что нет достаточной погруженности. Но Гурдев, он может находиться где угодно, потому что где он, там и Врадж находится. Так мало времени, я просто хотел... Тоже хотел продолжить ту тему, которую я вчера начал. Говорит, у меня своих мыслей нету, я зачитаю. Санджай Прабу, великая личность, которая обрела милость Гурдева, он может все запомнить. Мне говорит, чтобы мне прочитать. Итак. Вчера мы говорили про Катьяни Врату. О том, как маленькие гопи поклонялись Катьяне. В Бхава Паркашка Врити комментарии Ачарьев. Вот я попробую сейчас зачитать часть комментария. Так. Маленькие гопи, 3-4 года, они отправляются совершать аскезу, совершать омовение в Ямуне. Если вы думаете, то есть вообще обсуждение об отношениях мужчины и женщины, они провоцируют половое желание и неблагоприятны для нас. Но обсуждение любви Радхи и Кришны, их отношений, очень благоприятно. Обычно дети в деревне, они совершают омовение, ну, как без одежды. Они... То есть так же и годные, они совершают омовение полностью обнаженными. Как маленькие дети, они идут совершать омовение обнаженными. Но, тем не менее, они как бы лелеют сердце желание, чтобы Кришна стал их мужем. И для этого они следуют как бы обету, да, врати. Они поклоняются Катьяне. И это как бы поведение, оно не характерно ребенку. Они моются как дети обнаженные, но их любовь к Кришне и желание, чтобы он стал их мужем, это и стремление совершать обет аскезу, это не характерно поведение ребенка. Поэтому, видя это, что мы можем понять? Что это значит, что многие-многие рождения если мы с помощью разума пытаемся понять их любовь, у нас ничего не получится, поэтому Кришна Анурага,
Потом Пуране говорится. Гопи — это риши, чари. Гопи разные бывают, да, риши, чари, муничари. То есть это риши из прошлых рождений, например. Мудрецы на Коране, они поклонялись Кришне. Когда пришел Господь Рамачандра, когда они увидели его прекрасную форму, у них проснулось как бы чувство, да, желание, чтобы Рама принял их с... Они повторяли Гопала мантру. Видите, Рамачандру, они захотели его в мужья. Потому что они поклонялись Гопала мантре. Да, у них чувство было супружеских отношений с Господом. И позже все эти риши, они родились в телах гопи, в женских телах, в Гокуле, в Радже. Таким образом, Кришна выполнил их желание, их сердце. И теперь у них появился шанс выполнить как бы их сокровенное желание. Садхана в прошлых жизнях явилась причиной того, что они сейчас родились во Врадже. Несмотря на то, что тела у них были детей, но чувства у них были очень зрелые, да, из прошлых жизней. В Трета-йоге Бхагаван Рам пришел. И даже это не предыдущая Трета. Сейчас 28-я Четур-юга. А Рамачандра приходил в 24-ю Четур-югу. То есть эти риши встретили Рамачандру 24-ю Трета-югу, а сейчас 28-я. То есть миллионы лет прошли с тех пор. Сколько они держали обет на еду? Один месяц. Просто постясь один месяц, невозможно обрести Кришну. Даже постясь один месяц в этом материальном мире, не обретешь как бы, ну, плод. Там пример приводит, что просто из 6-го в 7-й класс перевестись, то как бы будешь поститься месяц, ты же не переведешься. Что уж говорить о том, чтобы обрести Кришну. Поэтому главной причиной того, что они обрели Кришну, они, было их чувство в сердце, их как бы, да, желание. Итак, гопи поклоняются Катьяне, и сегодня последний день их Враты, и Кришна пришел. Как Кришна приходит? Он приходит с четырьмя друзьями. Кто? Кто они? अनुराग युक्त गीत कर्ण गोचर होने पर श्री कृष्ण अतिशय प्रसन्न हुए एवं राम सुनाम वसुधाम
Кришна был Весдама, Судама, Васудама и Кинкани. С этими четырьмя друзьями он настолько, ну как бы, приходит, чтобы удовлетворить желание гопи. И его друзья, они тоже маленькие, по 2-3 года. Возраст, в котором ребенок не знает разницы между мужчиной и женщиной. И Кришна, когда пасет коров, тоже эти четверо друзей с ним. Здесь цитата из Гоутами Шастры. Говорится, что эти друзья Кришны, Дама, Васудама, это из Гаутами Тантры. Итак, Катьяни Деви должна дать результат. Но к ним приходит даже не Катьяни, а сам Своим Бхагаван приходит, чтобы дать результат поклонения. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что если человек поклоняется полубогам, то он поклоняется мне, но не напрямую. То есть в итоге он не полубогам поклоняется, а Верховному Господу, но косвенно. То есть не полубоги дают результат поклонения полубогам, а Кришна дает через полубогов этот результат. Поэтому Гопа Кумар взмолился Катьяни Деви. Гопи думают, что если даже наши родители будут за то, чтобы мы вышли замуж за Кришну, они говорят, что нам не нужна эта церемония свадебная, это слишком долго, всяких там пересвадьбы, куча ритуалов и займет кучу времени. Поэтому они просят Катьяни, чтобы ты прямо вот, сделала, организовала их свадьбу. По-быстрому. Как бы интерес преданного, он также возбуждает интерес в сердце Кришны. Несмотря на то, что Бхагаван Атмарам, ему ничего не нужно, но если кто-то посоветовал с любовью, то Бхагаван сам, он хочет принять любовь этого преданного, прям лично. Поэтому Кришна, они молятся Катьяни на желание обрести Кришну. И Кришна лично приходит, чтобы встретиться с ними. Последний день поста они приглашают Радхику, Лалиту, Нитья Ситха Гопи. Об этом не говорится в Бхагаватам.
что они привели Радхарани, Лалит и Вишакху. Вот когда я читал, все, ну, как бы я это слышал от Гурудева на Чиргате во время парикрамы, что в последний день, хотя они враты, они пригласили Лалиту Вишакху. То есть, пригласили Лалиту Вишакху, Радхарани. Об этом не говорится в Бхагаватам, но об этом говорится вот в этом комментарии. Гопи настолько хотели встретиться с Кришной, эти маленькие гопи, что они последний день пригласили Радхарани, Лалиту, других гопи. Где это говорится? Рупа Госвами говорит об этом в Видагда Мадаве. В третьей главе. Говорит, что Радхарани и другие гопи они также присутствовали там, на Чиргате, когда Кришна украл одежды гопи, и они также вот, как бы прибирались с Кришной. Они шутили с Кришной. А гопи говорили: «Кришна, ты вор!» Кришна, услышав это, отвечает: «Человек, как я, раз человек, как я, может что-то украсть? Уж тем более одежды женщины. Да вы докажите-ка, что я вор. У вас есть доказательства?» А в ответ гопи говорят: «Вот там, где мы поклонялись Катьяне, дерево растет, это дерево кадамбовое. Это дерево, оно свидетель, доказательство. Оно видело, что ты украл одежду». Это значит, Рада и другие гопи, они были там. Поэтому из Видагда Мадавы Гурдев именно взял то, что Радхарани и другие гопи пришли в последний день поклонения Катьяне.